Итак, вот такой сайт я хочу вам показать. Вот, называется он worldometers.info. Вот здесь вы можете видеть, сколько вообще случаев коронавируса случилось в мире. Вот, сколько умерло и сколько выздоровело людей. Вот. Так, если мы спустимся немножко вниз, можно увидеть уже распределение по странам. Ну, конечно, как в топе это США, там 123 тысячи. Пойдем дальше. Италия, Китай, Испания, Германия, Франция, Иран, Англия, Швейцария, Нидерланды. Вот. В первой колонке можно видеть, сколько вообще случаев произошло по всему свету. Вот, ну и потом отдельно по каждой стране. Потом пишут новые случаи, это сколько типа за последние 24 часа. Вот. Пока здесь Европу не показывает и часть Азии, потому что я нахожусь в Австралии, а здесь другой часовой пояс, и, наверное, они пока что не обновили все данные. Вот Австралия буквально недавно была, не помню, 130, где-то 4 или 5 часов назад, а уже вот 330. Потому что Австралии сейчас примерно, скажу точно, 4 часа, 4:20. Вот. И две новых смерти. Еще час назад еще никого не было, кстати. Вот. Вот здесь показывает, сколько вообще умерло людей. Так. В последней колонке можно видеть, когда вот первый случай произошел. Вот Австралия 24 января. Такая интересная программка, можно себе каждый день посмотреть, что творится в мире. Как правило, когда я нахожусь в Австралии, когда просыпаюсь, вот здесь просто все завалено числами, вот прям здесь все. Ну, конечно, не знаю, там, когда я спал только за 8 часов в Германии, там что-то плюс 6 тысяч случаев сразу. Конечно, это страшно, но... Вот, например, также вы можете зайти прямо на саму страну, вот как раз возьму Австралию, как сейчас она активная. Вот видите, сколько случаев смерти, сколько выздоровело людей. Вот. Потом уже можно увидеть графики, типа сколько, вот как менялось число заболеваемых людей в Австралии. Вот здесь норма на каждый день, сколько же людей заболело, ну, в какой день. Видите, что 22 марта была самая высокая свеча, потом уже пошло все вниз. Сейчас 28, видите, еще здесь пишет 257, а мы на этом загальном колонке, там можно было видеть, что там 300 уже, что-то 80 было, сколько уже сам не помню. Вот, так что вот здесь все число, сколько же людей заболело, уже вот примерно до 4000 доходит. Как-то так. Ну и, конечно же, смерти, сколько же людей умерло. Вот такой график. Да, конечно, коронавирус сейчас навел большой переполох в мире, но все же... Что делать, нужно с этим бороться, пережить это. Я надеюсь, что это все пройдет скоро и все будет хорошо. Также вот сейчас хочу найти Россию, посмотреть, сколько там людей. Вот Россия. Вот 1264 человека. И 4 человека умерло. Но все же на нее нельзя нажать. Видите, вот там те синенькие, на них можно перейти и посмотреть отдельную страну. Здесь как бы не особо выходит. Вообще не выходит, я бы сказал. Так что вот, и первый случай был 30 января. Вот, еще есть интересный случай, если вы можете увидеть здесь Diamond Princess. Это не страна, если кто-то подумал. Это круизный лайнер, который остановили. Вот, в нем 10 человек умерло, 700 заболело. Так что вот такая статистика. И сейчас посмотрим, что еще в Украине происходит.
Вот Украина, 356 случаев, 9 умерло. Ну, конечно, печально, но нужно бороться. Так что давайте бороться вместе. Ну, чтобы бороться вместе, нужно просто придерживаться самых обыкновенных правил. Всегда мыть руки, использовать антисептики. Вот, мыть руки, когда пришел с улицы. Использовать перчатки, маску. Они говорят, конечно, что маска не помогает, но все же, если вы ее используете, она, конечно, вам хуже то, что не сделает. Так что все, держимся. Надеюсь, это скоро пройдет. До следующих встреч. Всем пока.